Телеканал РБК Уфа продолжает вещание из отеля «Шератон». В эфире новости. Я Кирилл Кукош. Здравствуйте. И вот главные темы дня. Солнечный удар. Аграрии республики за лето потеряли около 200 миллионов рублей из-за засухи. Серьезное падение. Прибыль предприятий малого и среднего бизнеса республики сократилась на 60%. И федеральный грант. Стерлитамакское предприятие получит более 200 миллионов рублей по программе импортозамещения. Ущерб аграриев от засухи летом этого года в Башкортостане оценили в 174 миллиона рублей. Данные озвучил министр сельского хозяйства республики Николай Коваленко. Режим чрезвычайной ситуации объявляли в 4 районах. Хайбулинском он пострадал больше всех, Зилаирском, Зианчуринском и Шаранском. Возможно, убытки башкирским фермерам компенсирует Минсельхоз России. В этом году мы объявили, подали документы Минсельхоз Российской Федерации на экспертизу. Они его практически прошли. Сейчас определяется порядок и возможность компенсации ущерба. Займ в 235 миллионов рублей на проект по импортозамещению получит Стерлитамакский станкостроительный завод. Средства по льготной ставке в 5% выделил Фонд развития промышленности Минпромторга. Они позволят запустить производство современных корпусов для станков с числовым программным управлением. Общая стоимость проекта оценивается в 386 миллионов. В ближайшие 3 года компания планирует занять до 15% рынка корпусов для станков. При этом производимая продукция будет дешевле за зарубежных аналогов на 15%. Будет создано 58 высокопроизводительных рабочих мест. В проект уже проинвестировано почти 36 миллионов рублей. В этом году завод продолжает работать по выполнению оборонзаказа. Уже поставлены станки для рязанского завода «Красное знамя». Продолжается выполнение заказа для Нижегородского авиастроительного завода «Сокол», куда поставляются многофункциональные центры обработки 800 VH. Это является примером удачного импортозамещения. Сейчас информация о курсах валют, установленных Центробанком на выходные и понедельник. И доллар, и евро подорожали. Американская валюта увеличилась на 90 копеек, курс 65.03. Европейская на рубль 14.73.63. Лучшие обменные курсы на сегодня. Покупка доллара в БКС банке за 66 рублей. Продажа в Уралкапиталбанке за 66.24. Наиболее выгодное предложение по покупке евро в Локобанке 73.54. По продаже в Бинбанке. Банки 74.30. Прибыль крупных и средних предприятий Башкортостана снизилась на 60% по сравнению с прошлым годом. По данным Башстата, за 7 месяцев они заработали 33,5 миллиарда рублей. Доля нерентабельных организаций увеличилась почти до 23%. Их убытки в общем приблизились к 57 миллиардам рублей. Это в 6,5 раз больше, чем в январе-июле 2014 года. Отрицательную динамику в общий показатель нерентабельности по большей части внесли предприятия в сфере инженерно-технического проектирования, бухучета и аудита. Их убытки составляют почти 49 миллиардов, а также организации, связанные с недвижимостью, строительством и коммунальными услугами. Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами появится в Башкортостане. Правительство республики подготовило поправки к закону об отходах производства и потребления. Как отметил министр экологии и природопользования Башкортостана Илдар Хадыев, в обязанности новой структуры войдут сбор, транспортировка, обработка, утилизация, обезвреживание и захоронение. Кроме того, новым законопроектом расширяются полномочия органов госвласти, в том числе утверждение предельных тарифов, порядка сбора твердых коммунальных отходов, а также нормативов образования отходов и лимита на их размещение. Правительство республики внесло на обсуждение парламентариев госсобрания проект бюджета на ближайшие 3 года. По сообщению Минфина, главный финансовый документ региона сверстан с дефицитом. Так, в 2016 году доходы республиканской казны составят 118 миллиардов, расходы будут выше на 10. В 2017 году республика заработает 123, потратит же 132. И в 2018 году расходы будут равны цифре в 123 миллиарда, а доходы на уровне 114. Ожидается, что в первом чтении проект бюджета будет рассмотрен на ближайшем заседании республиканского парламента, которое состоится 27 октября. О новостях пока все. Далее проект РБК Уфа, интервью и моя коллега Екатерина Тимиряева. Не переключайтесь.